Ну, як тобі, як сподобалось? Прекрасно, прекрасно. Але якщо ви могли би перетворитися на якогось більш незвичайного персонажа? Ну, це я можу. Ну, надо же, был шатре в перемешку с шампанем. Трещит голова и во рту, как конюшни с утра. С огромным трудом у нее постигает сознание. Какого же черта я к графу примчался вчера? Хотел же на утро податься к мамзель Жозефине. Но выпив с портвейна с корнетом задели спор. Я с дуру орал принародно, что трахну графиню. Но точно поймал экипаж буксор. Он обух. Сам граф был уже под шофе, целовались в десны. Он, путая буквы, слегка объявлял минуэт. Мы врезали с ним по бокалу шартреза, а после он лихо к себе баронесса любит, чтоб не выглядеть глупо. Графини безбожно, графини безбожно, и каев бесели разгар. Сказал я, мадам, вы чертовски меняете крупом. Пойдемте-ка в стойло, пардон, я сказал, удар. Графиня с размаху мне веером треснув по роже, сказала не менее пьяно, да вы идиот. Мадам, я гусар, тот качается чести, а? Я должен, пока вы копытом лягаетесь, время идет. Последнее, что я мне запомнилось, лай доберман. И возглас, ах, честь, это свято, идемте уже. Проснулся и шутером в одежде, поверх балабана. Рядом графиня в одном неглиже. Вчерашних остатков веселья и закуси мимо. Я феньку успел по привычке в прихожей зажать. Ушел с ощущением, не состоялось интима. Позорно без полк будет лошадь последняя ржать. А может вернуться, ни сил, ни желания нет. Какая там к черту графиня, рассолом графин. Но черт побери, что теперь говорить мне, корнет? Пойду похмелюсь, а потом навещу.